Лада, кто? И чем ее так? Буханкой. Буханкой. В смысле, не хлеба буханкой, а? УАЗиком. Ну, сейчас попытаемся отмыть, посмотреть. Вот попробовать можно повернуть. Уйдет 400. Такая машинка. Так, я вот наклеил, чтобы резкость камере было легче наводить. Давайте за чего и цепляться. Чуть ударенная. Но дело не в этом. Надо вот сделать дверь и как это все там изнутри устроено. Будем сейчас разбирать дверку, смотреть, как она устроена изнутри. Сейчас мы попробуем разобрать эту дверь. Значит, смотрим. Тут никаких шурупов нету. Тут никаких нету. Значит, вывод какой? Вывод какой? Вот, вот, раз, два. И ручка. По идее, эта ручка будет сниматься так же, как на 01 Жигулях или что-то в этом роде. Ну все, поехали. Вот он еще нашелся, такой саморезик. Вот. Это была подсказка из зала. Вот, мы откручиваем ручку. Там у нас маленький саморезик. Вот таким образом. Вот он, обычный болтушочек под отвертку звездочка. Дальше выколупываем, выковыриваем или демонтируем, кому как лучше. Раз. И вот. Вот так два. Что мы там видим? То же самое. Берем звездочку и откручиваем дверку. Не дверку, а нашу обшивочку. Вот она уже у нас потихоньку освобождается. Мы выкрутили, и вот что мы видим здесь. Так, положим на место. Ну, тут шумочки. Нафига это хорошо. Выкручиваем. Это уже не как на Жигулях, на копейке, напрочем. Мы поддеваем вот этот выступ, вот этот, и выводим сюда. Дальше ручечка у нас вот так красиво снимается. И что теперь нам надо снять обшивку. Обшивка у нас вся будет сидеть на клипсах. Ищем место удобное, откуда залезть. Сейчас возьмем пластиковые съемнички и будем снимать. Вот мы взяли и вот так отделили это все, и в итоге у нас в руках осталась вот такая дверь. Ну, красавцы, даже тут шумоизоляции не пожалели. А там, мама дорогая, ну тут живого места нету, все залепили. Ну вот, в принципе, так разбирается дверь. Сейчас будем смотреть, раскрывать эти окошки, не окошки, чтобы нам долезть до нашего вот этого заломчика. Ну вот так, в принципе, разбирается дверь. Вот стекло здесь, что нам понадобится. Одеваем ручку, опускаем стекло вниз, чтобы в окошко были видны вот эти болтушочки. Откручиваем их
и пытаемся снять стекло. Вот у нас верхняя часть ограничителя крепится вот здесь, винтик, вот он, мы видим. Здесь вот такая заглушечка у нас. Она верхним краем становится вот сюда в прорезь, нижним краем вот этим защелкивается вот так. Вот сюда и вверх. И она защелкивается. Нижняя часть направляющая стекла, вот она. Болтушочек на 8 здесь. Теперь мы берем, выкручиваем здесь, ну, предварительно опуская стекло, потому что сюда ничем не подлезть. Вот. И снимается эта направляющая. После этого мы будем снимать стекло. Выкрутили. Вот как раз верхняя часть. Вот она, наша направляющая. Так оно у нас стоит. Теперь наше стекло, как говорится, ничем не ограниченное, оно должно выйти. Вот оно, наше стекло, оно выходит сюда наружу. Вот как раз ровно, собственно, оно так и выходит. Вынимай. Все, мы демонтировали стекло. Если надо поработать еще снутри, значит, можно еще снять. Раз, два, и вот он, три, четыре, и вот здесь болтышочек 5. Отсоединяем и берем механизм стеклоподъемника, тоже демонтируем. Здесь у нас окошко, через которое можно вывести стеклоподъемник. Снимаем. Так он потихонечку оттуда достается. Вот так, с проворотиком. Раз. И два. Ну, теперь все болтики, все, что крепило, дабы потом не думать, не искать, мы берем, ставим на место. Когда будем собирать, у нас не будет никаких заморочек. То же самое здесь. Продолжаем разборку двери. Вот здесь у нас, слава богу, есть электроразъем. Папа, мама. Вот таким образом. Так, наводись резко. Здесь вот нажимаем и рассоединяем. И остается у нас что? Вот он, ограничитель двери. Обыкновенный болтик. И вот здесь раз болтичек и два болтичек. Этот у нас вывинчивается вниз. Этот вывинчивается вверх. И, в принципе, дверь можно снимать. Достали, хорошо. Это мы оставляем. Дальше откручиваем. Вот он, болтушочек. Выкручиваем болтик с ограничителя двери. Вот она, наша дверь снятая. Болтушочек. Один, другой. Тут все, что надо. Сейчас подзакрутим, на место поставим, чтобы потом не думать. Никого не искать. Чуть-чуть его притяни. Эти ты никуда не вкрутишь. Да, это не задеть.
Ну, можно тоже, они не выскочат. Надо так поставить. Ну вот, теперь можно заниматься ремонтом двери.